Здорово, дорогие друзья! С вами Шенька, Софлей, Синжел, и сегодня мы играем в игрушку Бонзаймка, и это опять онлайн с рубрикой «Прячущий». Всем здорово, чуваки! Друзья, вы только посмотрите на сегодняшние тачки, которые мы для вас приготовили. Сегодня, ребята, у нас есть топовые внедорожники и тачки из Ренавор, а также жесткие бигфуты. Ребята, за них отдельный лайкусик. Ну, ребята, сегодня все это мы прячем в офигительном и очень богатом городке Лос-Анджелеса. Ну и, друзья, после того, как мы уже спрятали наши тачки, нам дается 4 минуты на поезд тачек. И по истечению данного времени мы берем из найденных тачек, выбираем одну машину и берем уже на испытание, хоть который можно получить баллы. И, друзья же, ставь лайк, подписывайся на мой канал, кто еще не подписан. Ну и, друзья, я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем! Друзья, в последнее время я заметил то, что многие из вас не ставят лайки и не подписываются на мой канал. И я, кажется, нашел причину. Вы просто жадины. Вот да, вот все, кто не поставил лайк, не подписался на мой канал, вы просто жадины. Да-да-да, вам жалко всего лишь поставить лайк и подписаться на мой канал. Это же всего лишь два клика, просто поставить лайк и подписаться на канал. Ну, прям пипец. И мне очень обидно, когда я понимаю, что вам лень всего лишь поставить лайк и подписаться на мой канал. И за это я на вас обижаюсь. Вот все, кто не поставил лайк, не подписался на мой канал, вот я на вас обиделся. Все, вот все, обиделся и все. Если вот кто-то вдруг не хочет быть жадиной, да, то сейчас же ставь лайк, подписывайся, и тогда я на тебя не обижусь. А так я на всех обиделся, да-да-да. Так что, ребята, чтобы это исправить, вы должны поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан, ну и не быть жадиной, да, как бы ставьте лайки все время и подписываемся. Но я желаю тебе приятного просмотра, надеюсь, ты реально поставил лайк, ну а мы начинаем! Так, друзья, первая на сегодня машина — это очень крутые раллийные багги. И, честно говоря, я даже не знаю вообще, куда их прятать. Так, ну, в принципе, тут есть такой большой особняк, друзья, и мне кажется, там мы найдем по-любому место. Ты чё, багги? Вы нормальные, это багги? Давай как бы переворачивайся, тут не надо нам это переворачивать. Блин, жесткая у нее подвеска, однако-то. Так, ну ладно, окей, хорошо, мы дальше проезжаем. Так, смотрим, значит, тут место так всякое. И теперь... так, ну, тут есть какая-то пещера, мы можем сюда, в принципе, заехать, но... Так, ну-ка, ой, а мы тут... Мы, кстати, помещаемся. Так, здравствуйте, девушка, так, мы тут это... Оставим у вас баги, короче, на хранение. Все, друзья, идеально спрятали. Мне кажется, Леха просто не догадается, то, что я тут спрятал баги. Ну и, ребята, мы переходим уже к следующей машине. Так, друзья, следующая тачка — это Брутус из Ренавор. Жалко то, что не ZR380, потому что ZR380 это моя любимая тачка из Ренавор. Блин, ну Брутус, он прикольный, да, но все же ZR380, мне кажется, лучше. И, друзья, сейчас же напишите в комментариях вашу любимую тачку из Ренавор. Это может быть Бигфут, Брутус, ZR380, Импалер, Император, Доминатор, UC Classic. Короче, все что угодно, друзья, напишите ваши любимые тачки из Ренавор. Ну а моя любимая тачка — это ZR380. Так, и Брутус, ну куда можно его спрятать? Так, ну на гольф-кар. Так, ой, какой гольф-кар? На гольф-парке, так, или как это, гольф-площадке, я не знаю, как это назвать. Короче, можем, в принципе, тут спрятать. Так, ну-ка, прыжочек у нас есть. Так, друзья, запрыгиваем, вот так, оставляем. Друзья, если за вот эти кусты спрятать, мне кажется, Леха офигеет, вообще не найдет никогда эту тачку. Только давайте посмотрим, ну-ка, она там, наверное, виднеется еле-еле. Так, ну-ка, давайте посмотрим и... Ну, слушайте, мне кажется, Леха не найдет сегодня Брутус точно, но мы, ребята, переходим уже к следующим машинам. Друзья, честно говоря, я уже больше 10 минут катаюсь. Это просто капец, куда спрятать эту большую тачку? Так, стоп, а куда? Так... Надо, наверное... Так, куда я поехал? Стоп, ладно, хорошо, давайте сейчас мы развернемся, значит, быстренько. Блин, друзья, я не знаю, блин, куда эту тачку? Она вообще никуда не помещается. Так, ну-ка, может... А может... Друзья, я вспомнил, она же умеет плавать. Давайте, короче, ну-ка... А, бассейн низкий еще, ё-моё. Ладно, окей, хорошо. Хотя бы так, друзья, дом очень даже большой, мне кажется... Блин, слушайте, а дом хорошо закрывает эту тачку. Мне кажется, это идеальное место, друзья, потому что реально я не мог найти лучше. Ну и, ребята, мы переходим уже к поиску наших тачек. Ну что, друзья, мы уже встретились с Лехой, готовы начинать наши поиски. Леха, давай, садись, выбирай тут, короче, байк, который тебе нравится. Окей. Вот, я возьму оранжевый, короче, и у нас 4 минуты. Раз, два, три, полетели, Леха. Все, ну слушай, времени мало, так что надо сейчас быстро все смотреть, быстро все осматривать, найти тачки твои и, в принципе, победить сегодня в серии. Так, ну я... поеду по домам. А ты поедешь по домам. Так, ну я вот думаю, знаешь, куда съездить? Я думаю, ты спрятал на
В гольф-клубе, да. В гольф-клубе ты по-любому что-то спрятал, мне кажется, это... Ничего я не прятал там. Самое примитивное местечко. Так, значит, едем сюда, так заморачиваем. Ладно, пойду посмотрю тоже там что-нибудь. Давай, в смысле, почему, зачем? Зачем это вообще-то ты, вот. Наверное, что-то прятал? Так, ну-ка. Ну вот, посмотрю. Я проверю, что-нибудь прятал, ну, тут, либо не давай, прятал. Давай, давай, смотри, смотри. Так, ну потому я что покажу. Я тут ничего не прятал. Ну, слушай, ну да, я что-то тут это не особо-то ничего не вижу, друзья. Так, ладно, хорошо. Гольф-кары уже... только. Блин, у нас уже минута практически прошла, так надо поторопиться, поторопиться. Так, ну-ка, ё-моё, это кустов на поле дофигища. Ну, так это хорошо. Ну, блин, хотя у нас сегодня тачки были большие, так что, мне кажется, в кусты они бы не поместились. Так, ну-ка, может, в этом доме, так, ну-ка, тут... О, тут гараж, ну-ка, и тут кибертрек. Вот. Тут ничего нету. Ладно, хорошо, пока что... Кибербук, друзья, не найдешь. Ну-ка, может, тут что-то есть, может, тут... Братан, нашел? Я нашел! Офигеть, ё-моё, я даже испугался на секундочку. Я офигею! Я просто увидел вот это вот большое колесо этого поезда. Я просто офигел. Красавчик, друзья. Я тоже нашел кое-что. А, ты еще нашел, ты еще нашел. Да, я на поле пока катался, блин, увидел, там на крыше стоит этот. Я уже понял, это Брутус, братан. Недорожник. Блин, капец, что-то тебе так повезло-то. Я вот, блин, я что-то спалился, наверное, с этим гольф-клубом, вот. Ну ладно, ничего страшного, я выезжаю, ё-моё, как ты его там... Да я бы и так поехал проверять потом. Господи, как ты его там затолкал, я офигею, просто офигеть. Так, все, значит, я выезжаю. Блин, друзья, пока что только... Он неуправляемый. Одна... Что? А как выехать с этого, да? Откройте мне ворота, пожалуйста. А как? Через ворота, через ворота. Господи, он еле-еле. А, давай. Какой он длинный, какой он большой, друзья. Просто поставьте за эту тачку лайк. О, здорово, я сейчас съем. Здорово. А все, аккуратно, господи. Боже, он еще неуправляемый, друзья. Это капец. Так, ладно, за ворот, поворот. Так, ё-моё, у нас уже 2 минуты остается. Так, друзья, давайте. Пока, я поехал. Быстрее. Господи, время истекает, а надо-то искать тачки быстрее. Так, давай, газуй. Так, я пока что, друзья, думаю, куда поехать в следующий раз, это, чтобы найти тачки. Так, ну-ка. Все, ребята, выходим быстрее. Придумал? Я придумал, я поеду вот на те высокие дома, которые там стоят, такие вот хай-тек. Вот, и там, мне кажется, по-любому что-то будет. У нас, кстати, уже минута 30 остается, ё-моё, друзья, надо, блин. Надо торопиться. Пока я, блин, вез этот поезд, блин, уже все время практически истекло. Так, быстрее, газуй. Так, где могут быть тачки? Так, где ты мог спрятать... Кибертрак, как кибертрак, возможно, именно тут. А, так, тут ничего нету. Может, ты в бассейне. Я тоже сюда? Газую. Блин, капец. Слушай, вообще все плохо, мне кажется. Ты там это. Ты вообще где ищешь тачки, а мои? Я по домам езжу. А, ты по домам. А, все же. Ты не меняешь тачку, я так понял. Так, хорошо. Я не меняю, тут домов очень много. Блин, минута, так, тут какая-то бэнд офигенный. Так, ну-ка, может, тут что-то. Может, тут, давай. Домики, да. О, строительный дом, кстати. Настройки. Кстати, блин, да, настройки, это, кстати, хорошее было бы место. Так, друзья, пока что. Вот я делаю! Я еще не нашел! А, что ты нашел? Я жил в бассейне тачку. А, лодку. Да! Да блин, да как? Друзья, я знал, что в одном из домов я есть тоже еще этот. Нашел! А как тачка. Я не заметил? Стоп! Она тут. Только что появилась, друзья? Че за бред? Я нашел твой кибер. Трак, стоп, а как мне. А как мне выехать оттуда? Тут же это. Давай все... задом через сетку, я там через сетку приезжал. Тут. О, тут трамплинчик, кстати, есть. Спасибо за трамплинчик. Короче, так все, значит, друзья, забираемся. Блин, а как я его не заметил? Он как будто реально он был невидимый и стал, короче, видимым сразу. Офигеть. Так, ну ладно, у меня есть уже тачка из Ренуар. Слушай, мне это очень нравится. Мне тоже нравится, этот застрял тут немного. Блин, застрял. Блин, ну молодец, в принципе. Так, ну все. Я уже привожу тачку. Давай быстрее и... Братан, я успел. У нас время вышло, да, я тоже, в принципе, успел. 2 тачки мы с тобой нашли. Кстати, у нас комплекты тачек одинаковые. У меня, получается, тачки из Реновар, у тебя тачки из Реновар. Получается, у меня такой жесткий пояс, у тебя жесткая лодка. Ну и, блин, друзья, сегодня мы не нашли наши внедорожники. У Лехи это был кибер-рак. У меня это была, получается, баги на колесах, мы их не нашли. Ну и, друзья, получается, время выбирать машины, которые мы будем тестировать уже в испытаниях. Вот, Лех, какую тачку вообще хочешь? Вот из Реновар? Или же вообще вот этот вот Бигфутик, да? Какой? Я лодку, наверное. Лодку, но, слушай, я вот так думаю, вот, ну я не знаю, блин, либо этот Бигфут, либо же поезд. Вот, друзья, что бы вы выбрали? Напишите в комментариях, но я, наверное, выберу
Вот этот поезд я выберу по-любому, потому что, блин, он очень большой, он очень жесткий, и надеюсь, то, что он, ну, будет быстрым, если его прокачать. Ну и, ребята, мы берем наши тачки, тюнингуем, прокачиваем и берем их же на испытания. Ну что, ребята, первое сегодня испытание, это, ребята, водное СМО, где сравняться вот этот вот поезд на больших колесах против лодки на больших колесах. И раз, два, три, полетели, Леха, я тебя просто... вынесу. Да, ну, конечно, вынесет, это вот да, моя... Смотри. Вот просто мой поезд, просто давай. Я вот так раз гоняю, да. Бам! Машина рампа! Не понял, ты чё не рампа. Сталкиваешься? Ты чё не сталкиваешься? Оп. Ты подо мной вообще проезжаешь, ты чё офигел? Где я тебя сейчас... Задавлю. Я не вижу тебя. Ой, Леха, мне кажется, я на тебе. Так тихо, ёба, что у меня мне с колесами? Мне кажется, ты сейчас будешь в воде. Не-не-не, нифига подобного. У меня самая крутая тачка. Так давай, газуй. И сейчас надо вот так развернуться. Вот, бам, вот так вот. На, вот так буду на тебя, короче, просто прыгать. Ты и где? Все. Я так, тебя вот, не вижу. Ой, тихо. Ты куда потерялся? Я тут, здравствуйте. Так все, аккуратненько. Ё-моё, да у тебя. Это нереально. Наполовину прыгучий, наполовину какой-то непонятный, переворачивающийся. Кстати, да, у меня какая-то непонятная тачка. Просто, с разгона унижай, на тебе колеса. Да, колеса, конечно, какие колеса, на тебе. Ой, тихо, я подлетел. Господи, какой он большой, какой он неуклюжий. Ой. Давай, я тебя доставлю до воды. Нет, не надо. Вау, поехали. Тихо. Вау, что происходит? Господи, тихо, аккуратно. Ё-моё, я паса. Пока от тебя спрячусь. Да, ты что, офигел? Так сядь, тебе скину. Ща не достанешь. Иди сюда, вот так. Тихо. Давай, ты там скинешься. Нет, друзья, пока. Нет, ну почему ты такой неуклюжий поезд, ну ё-моё. Еще кто-то взорвался. Ой! У меня колесо твое просто упало, блин, с авианосца. О, второе. О, теперь ты. Ладно, друзья, получается, сегодня у нас счет становится пока что 1-0. И, ребята, давайте перейдем на наш второй раунд. Ну что, ребята, второй раунд. И раз, и два, и три, Леха, полетели. Счастье просто разнесу. Давай, вторая попытка. Я уже прям разгоняюсь и прям в тебя вот так вот пыдыщ. Оп, я торможу. Тихо. Давай, пока. Ёма, подождите. О, ну, о, это ой, без шансов, ой, без шансов, ой, Паша. Ай, что это такое? Что это за палочка какая-то? Так, иди сюда. Да хватит, ёма, ты чё? Какая палочка? Так, волшебная палочка, которая тебя сейчас скинет и уничтожит. Так, ну-ка, давай. Что-то мой план не сработал. Так. Да твой план, почему, друзья, мне так не везет? Господи, зачем? Лучше бы Бигфут. А я умею плавать. Лучше бы Бигфут брал. Ну, друзья, это просто капец. Ладно, получается 2-0. И, ребята, давайте перейдем уже к третьему раунду, где я по-любому отыграюсь. Ну что, ребята, мы уже перешли на наш третий раунд. И тут, ребята, я попытаюсь выиграть Леху. Потому что я вот зол, я разозлился. И, Леха, я лечу прямо на тебя, и тебе будет конец. Так, иди сюда. Ой, давай, иди сюда. Так, нет, стоп, друзья, я притормажу, потому что я залетаю. Боком, оп, тактика, боком. Тихо, какая тактика. Адский разворот называется моя тактика. Тихо, аккуратно, да фигня полная твоя тактика. Вау! Ты чё? Вот это супер удар! А как мне выбраться отсюда? А вот не знаю. Блин, друзья, поставьте лайк. Вот это я вот его задницу так неплохо ударил. Так, ну иди сюда. Лёх, ну, в принципе, я к тебе не буду. Я к тебе не буду. Все, давай, удачи тебе, короче, желаю. Нет, ты там. Какой удачи! Давай. Ну, ой, смотри, подойди сейчас на лесу. Ну, раз, два, три. Оп! Ой, братан, мне кажется, нам понятно. Я понял. Пока, просто изи, друзья. Вот практически ничего не делаю, друзья. Я получаю свой первый на сегодня балл, счет уже 2-1. И, ребята, давайте перейдем на наше второе испытание. Ну что, ребята, у нас уже второе на сегодня испытание. Это, ребята, подъем по лестнице. И ваш любимый, в принципе, эксперимент, друзья. И я решил это снять как испытание. Ну и, в принципе, раньше снимал, но сейчас буду немножко почаще. Ну и, Лех, смотри, правила очень простые. Надо забраться выше, и кто, ребята, забирается выше, тот и получает свой балл. И раз, и два, три, полетели. Лех, все, поехали. Смотри, у нас счет вроде как 2-1. Если я не ошибаюсь, да? И, блин, друзья, ну мне кажется, то, ой, что я тут быстрее. Мой поезд. Да, конечно, давай, удачи тебе, желаю, короче, пока, быстрее. Пока, смотри, я поехал, да, туда. Да, давай. Блин, я тебя, кстати, не вижу почему-то, но ладно. А, вот, вижу, а, пошел, что не надо. Я тихо. Застрял. Так, друзья, аккуратно. А, застрял, давай, удачи. Я так, на главное, восьмой застрял. О, тихо, а я уже на 13-й, чего? Блин, друзья, а мне, ну, тут уже понятно, что кто получает балл. Да, друзья, у тебя колеса больше. Все же, давай. Я хочу, мне вот интересно, сколько она еще будет подниматься. Ну-ка, давай на 19. До синего достал уже. Уже до синего, офигеть, только 20-й, давай, вау. Нормально так, друзья, неплохо, вау. Ёлки-палки, на 8-м, до 9-м застрял. Нет, друзья, все же, ну-ка, еще раз попробую, еще раз, ну, нет, друзья, все, упирается в 21-ю ступеньку.
Но, братан, мне кажется, тут уже все понятно, что я получаю свой второй на сегодня балл, счет уже 2-2. И, ребята, все решится последним, третьим испытанием. Ну что, ребята, у нас уже третье, последнее на сегодня испытание. Это, ребята, у нас последний выживший. И, ребята, кого взрывают? Последнего, тот получает свой последний балл. Счет у нас, ребята, 2-2. И сейчас решится, кто сегодня победит серию. Надеюсь, что сегодня... Я победил. Блин, ну, вот тут, друзья, вот, у тебя неуправляемый поезд, блин, там здоровый. У меня неуправляемый поезд, во-вторых, он здоровый, и это очень легкая мишень вообще просто для танка. Так что, да, надеюсь, да, друзья, да. Так, в ангар. Я буду прятаться в ангаре, братан. О, все, давай, давай, еще там в тупик загонят. Не надо. Вау! Тихо, аккуратнее, ты что тут это становишься? Не надо так это делать. Так, главное, чтобы поездов не было тут нигде. Ой, поездов, говорю, танков. Танков. Тут это я вообще это поезд. Так, ну что, вот так проезжаем, все заезжаем. Идеально. Кстати, а. Дрифт. Где вообще танки? Я что-то не понял. Танки вообще есть. Танки, я поеду на разведку. Ну на разведку. Слушай, ты не. А, я понял! Есть! Алло, как они! Зачем я выехал из ангара? Я выехал! Я уехал! Тут еще танк, тут еще, пожалуйста, не стреляйте, пожалуйста, пощадите, пожалуйста. Разворот, поворот, давай. У меня получается, так давай. Ой, Паша, их 10 штук. У меня задний ход получается ехать. О, здравствуйте, Алексей. В другую сторону. Какую другую сторону? Быстрее газуй, друзья. Назад не едь. Поставьте лайк, я офигеваю, как я еще живу. Да, застрял. Офигеть, так, ой, тут еще так легко. Быстрее газуй, нажимай на педаль газа. Нас тут забор защищает. Так, тихо, аккуратно, давай. Фух, друзья, можно выдохнуть, но это просто была жесткая фигня. Блин, я офигел, я думал, я еле уехал от них. Я тоже еле уехал. Я задним ходом там фигачил. Так, ну, друзья, пока что идет все хорошо. Давай. Я нафиг, я поеду в ангар, не поеду, он там ждет возле ангара. Нет, главное. Ай, в смысле возле ангара? Подорвали меня. Ты взорвался, че? А как? Так, а что, по мне не стреляют? Стоп, я какой? Ладно, я понял, попали. Все. Попали. Ну, друзья, получается, я сегодня побеждаю в серии со счетом 3-2. Друзья, просто, пожалуйста, поставьте лайк, потому что это было очень жесткое испытание. Я еле-еле выиграл. Фух, это, я еще все равно в шоке. Ну, друзья, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что, друзья, данный видосик подходит к концу. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Лехи, ссылка будет в описании, также подписываемся на него. Ну и, ребята, инстаграм есть как бы в описании, можно на него тоже подписаться. Ну а с вами был Флейзинжел. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!